В Госдуме депутаты партии «Новые люди» предложили законопроект, благодаря которому россияне смогут больше отдыхать в майские праздники, но при этом сократится новогодняя неделя на 4 дня. В теплые дни жители России смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников. Документ уже был внесен на рассмотрение в Нижнюю палату российского парламента. Если законопроект будет принят быстрее, чем предполагается, то уже в 2023 году майские выходные могут начаться с 29 апреля по 9 мая. Это будет еще одно чудесной возможностью для иногородних студентов поехать домой в мае. Я думаю, что это неправильно и должно быть и новогодний праздник. Между тем, не все владельцы бизнеса положительно оценивают законопроект. И дополнительные выходные – это дополнительные расходы. Идея длинных майских и коротких новогодних дней обсуждается уже несколько лет. Некоторые жители России отнеслись скептически к данному законопроекту. Появилась масса вопросов о том, как будут проходить выходные, влияют ли они на заработную плату и будут ли заставлять людей работать в выходные. Нет, майская заработная плата, она будет такой же, то есть это же будут официальные выходные, они, то есть, соответственно, так же, как и написано, соответственно, трудовым договором. Это такой же обычный месяц, просто государство может предоставить нам дополнительные выходные. Между тем, не все владельцы бизнеса положительно оценивают законопроект, ведь дополнительные выходные – это дополнительные расходы. В принципе, это то время, когда люди уделяют время для наших дизайнеров и приезжают. Поэтому нас, как представителей мебельной индустрии, такой перенос не пугает. Наоборот, изменения для бизнеса – это нам даст только плюс, потому что не все успевают выходные дни, и чем больше выходных дней у города, тем лучше для нас. По словам экспертов, изменения все-таки могут наступить, ведь документ должны принять к концу лета. Учитывая, что чиновники крайне редко вносят поправки в уже разработанные графики, у россиян есть возможность ориентироваться на новый праздничный календарь, строя свои планы на грядущий год. Анастасия Белова, Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов, Универньюз.